Шалом, друзья! Мы сегодня с вами будем готовить шабатнюю халу. Я замесила дрожжевое тесто. Каждая хозяйка знает, как готовить дрожжевое тесто. Мы немножко тесто разминаем, для того, чтобы потом можно сделать с него жгутики. Мы сейчас тесто разделим пополам. И немножко замесим. И одну часть уберем для второй халы. А с этой части мы будем скатывать вот такие шарики. Нам понадобится 3 больших шарика и 3 маленьких. И начинаю раскатывать жгутики. И начинаем плести нашу косичку. Теперь мы берем маленькие шарики и делаем еще одну маленькую тоненькую косичку. И эту косичку аккуратненько налаживаем на большую косичку. И берем противень, который мы смазываем постным маслом. И ставим на растяжку на 20 минут. Я буханку сейчас смазываю яйцом. Посыпаю кунжутным семенем. И ставлю на растяжку на 10 минут. И теперь мы нашу халу ставим в духовку на 30 минут на 160 градусов. И сейчас буханку мы смазываем сиропом. Хала готова. Запишите, пожалуйста, рецепт. 25 грамм сухих дрожжей, 0,5 литра воды, 8 столовых ложек оливкового масла, 8 столовых ложек меда, 0,5 столовой ложки соли, 1 яйцо для смазки халы, кунжутное семя и лимон. Если вы еще любите, чтобы хала немножко сладкая была, возьмите 3 столовые ложки сахара и 0,5 стакана воды и перекипятите. И оставьте, чтобы сироп остыл. Шаббат шалом!